невероятно красивые альбиносы захватывают подиумы. Многие продолжают мечтать о фарфоровой коже, а вот от природы бледные люди мучаются с выбором правильного ухода и декоративной косметики. Если ваш аристократический тон лица не связан с серьезными проблемами со здоровьем, и вам хватает мяса, витаминов, сна и веселой жизни, остальное может исправить косметолог. А всевозможные массажи – это криомассаж при воздействии жидким азотом, у которого температура минус 196, а соответственно резкий спазм сосудов и резкий прилив крови будет улучшать кровообращение, восстанавливать эту цветность лица. Бледный серый цвет лица будет еще и свидетельствовать о гиперкератозе на коже лица, то есть избытке омертвевших частичек эпидермиса, которые действительно требуют удаления. Поэтому либо вы это сделаете в домашних условиях при помощи космецептики, которую можно легко приобрести в магазинах и в аптеках, либо все-таки это будет профессиональная какая-то процедура. Не факт, что бледная кожа обязательно тонкая и сухая, как пишут интернет-теоретики. Так что скупать средства с пометкой для чувствительной и отказываться от скрабов не обязательно. Выбирайте питательные формулы с витаминами А и Е, керамидами, фруктовыми экстрактами и кислородом. Заморочиться придется и с покупкой декоративной косметики в своей молочной палитре. У марки Bobbi Brown есть тональные крема светлых оттенков, которые подходят под каждый оттенок кожи и под каждый подтон. А к тому же у тональных кремов этой марки очень высокий SPF, что немаловажно для светлокожих. Светлые оттенки тональных кремов стоит рассматривать в марках Urban Decay, L'Oreal, Paes, у MAC очень много оттенков светлых. Можно рассмотреть такие марки, как Tony Moly, Herborian и Cushion от Misha, так как корейцы очень любят светлую кожу, поэтому обязательно обратите внимание на эти косметические продукты. Лучше тестировать продукт не на руке, а на линии челюсти, а в идеале попросить консультанта сделать макияж выбранным средством и проверить его в течение дня. Недостатки маскируем корректором холодного тона. Если у вас уже есть неподходящий тональник, его можно разбавить аджастером, например, от NYX. Наносим тон пальчиками или спонжем для более тонкого покрытия, не забывая про шею. Закрепляем легкой прозрачной, а не цветной пудрой. Девушкам со светлой кожей я бы рекомендовала пользоваться румянами холодных оттенков. Для светленьких девушек, то есть со светлой кожей и светлые волосы, тогда выбирайте оттенки теней более приглушенные и ближе к нейтральным. Если девушка контрастная, светлая кожа, темные волосы, тогда можно выбирать оттенки поярче. Насыщенный синий, насыщенный красный для губ, например, подойдет очень красиво, будет смотреться. Получится такая белоснежка. Многие визажисты не советуют чересчур выделять брови, делать четкие черные стрелки или использовать черную тушь для дневного макияжа. Но почему бы не поэкспериментировать? Главное, не воспринимать свои особенности как мнимые недостатки.